Так, я немножко сейчас отведу душу, построю стену, значит, себе. Вот видишь, у меня две башни готовы. Вот здесь будет башня, и вот там башня. А я, значит, смотри. Смотри, что я хочу сделать. Так, вот это не надо. Вот это не надо, это я тут ковыряю. Стена двойная. Вот так. И тут, поскольку она четверная, придется вот она на 4 она не достает. Только на 3, понимаешь? Поэтому еще один слой. Это, конечно, неудобно, но придется его насыпать позже. Совсем даже немного расходуется. Ну, на башню еще, конечно, уйдет достаточное количество. Отлично. Ну и вот, и теперь еще по одному слою. Еще один слой сделаем вот так. Ну, выбора дубового нет тут. Так, мне бы сейчас не упасть. Причем, конечно, я бы хотел эту стену продолжить и вниз, чтобы очень эффектно было снизу смотрелось, что это стоит не на земле, а что это все одна единая стена. Ну что, вот смотри, вот дверь у нас здесь вот происходит. Теперь давай возьмем лесенку. Так, здесь травка. Вот лесенка тут одна. Блин, а где еще-то лесенка? Может, здесь? Вот лесенки. А, такой хватит. И смотрим, как у нас тут устроено. Вот от входа у противоположной стены начинается лесенка. Так же мы сделаем и здесь. От входа у противоположной стены начинается лесенка. Ага. Сразу выстраиваем стену. Вот так шикарно. Ну, в общем, тут ну сколько тут оборотов лестницы. Сейчас мы все это вымерим. Так, давай, знаешь что, ребят, сразу еще положим по 2 слоя. И поперек, подожди, 1, 2, 3, и вот здесь поперек. Теперь сюда. Так, теперь сюда. Так. Так, хорошо. Теперь дальше. Дальше принимаемся уже за стройку. Больно, больно, больно. Вот таким образом. Здесь у меня лесенка так. Лесенка сяк, вот таким образом. Так. Но здесь получается, что надо все-таки вот здесь вот поставим. Понимаю, что все это занудно. Но выход какой? Вот теперь здесь все мастим. Конечно, напрашивается у меня необходимость
расширить свой место в инвентаре. Но, в принципе, это уже против природы.